У каждого вида гребли, как байдарочным веслом, так и парными, есть свои достоинства и недостатки. Гребля байдарочным веслом более удобна в стесненных условиях, но уступает гребле парными веслами в энергоэффективности. С байдарочным веслом лучше всего проходить речные препятствия, в то время как парные лучше всего покажут себя на длинных маршрутах через открытые водные пространства против ветра и волнения. Завод Time Trial нашел техническое решение, которое эффективно сочетает достоинства обоих типов гребли. Набор, состоящий из съемных выносных рамных уключин и весла-трансформера, преобразующегося из байдарочного в два весла для парной гребли. Почему для байдарок требуются именно рамные уключины, а не какие-либо другие? Все дело в том, что ширина байдарок и диаметр их баллонов малы. Если установить простые уключины, то гребля парными веслами будет практически невозможно. Не хватит как ширины между уключинами, так и высоты. Рукоятки весел будут перекрещиваться, а при попытках гребли упираться в колени гребцу. Рамные уключины позволяют развести и вынести вверх шарниры, являющиеся точками упора весел. Уключины могут быть установлены практически на любую надувную или каркасно-надувную моноболонную байдарку. Для этого на корпус лодки нужно установить 4 кармана для концевиков рам и 4 кольца для оттяжек. Оптимальное место установки уключин подбирается индивидуально, но в среднем шарнир уключины должен быть вынесен относительно центра сидения на 70-75 см. Карманы приклеиваются в одной плоскости и таким образом, чтобы между их центрами было расстояние 80 см. При этом шарнир будет ровно между ними. Кольца для оттяжек приклеиваются по радиусу баллона выше и ниже планируемой точки вращения. Монтаж рамы осуществляется на не до конца накачанной лодке. Концевики рамы имеют разную длину прямого участка. Сначала в один из карманов вводится длинный концевик, а затем во второй карман короткий. Далее производится выравнивание сдвигом рамы в сторону короткого концевика. Правильное положение, когда оба концевика занимают приблизительно половину кармана по длине. Затем устанавливаются оттяжки, и лодка надувается до рабочего давления. При этом концевики надежно зажимаются в карманах. После этого следует произвести окончательную корректировку положения. Регулируя оттяжки, можно задать оптимальный для каждого гребца угол расположения уключин. Также при необходимости выполнить их сложение, чтобы они не мешали байдарочной гребле. Несмотря на кажущиеся внушительные размеры, конструкция очень легкая, так как выполнена из прочного, но легкого алюминиевого сплава и ткани ПВХ. Вес пары уключен со всеми составляющими – около 600 граммов. Выносные уключены прочны и позволяют выполнять силовую греблю. Конструкция является уникальной разработкой и защищена патентом.